Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подпишитесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, все ссылочки в описании. И сегодня у нас 1 июня. На море нас, к сожалению, не пускают на саму Буну, потому что там идет подготовка к сезону. Равняются пляжи. Готовятся вот спасатели, кто-то там примеряют, смотрят. Убирают всякий мусор. Море спокойное сегодня. С моря дует легкий ветерок. Прямо чувствуется солоноватый запах. Открыли наконец-то центральную набережную. Люди с радостью вывалили на улицу. Но на Буну, к сожалению, мы попасть не сможем. Нас вот охраняют. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что делайте справки и приезжайте. И обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!